Самая милосердная вещь в мире – это неспособность человеческого разума связать воедино все его составляющие. Мы живем на тихом островке невежества, посреди темного моря бесконечности, которое нам не суждено переплыть. Безумие есть благо. Ограниченные пятью чувствами, мы думаем, что можем постичь безграничность космоса. Вселенная жестока и равнодушна. А богам смешны попытки людей сохранять рассудок перед лицом неизбежной смерти. Рассудок есть зло. Лишь безумие дарует истинную свободу.